Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1061. Число 6 изменили на минус 10. С какой стороны от начала отсчета расположено получившееся число? На каком расстоянии от начала отсчета оно находится? И чему равна сумма 6 и минус 10? И чтобы выяснить, какое число у нас получилось, после того, как 6 изменили на минус 10, нужно к 6 минус 10 прибавить. То есть изменить на минус 10, это значит прибавить минус 10. Чтобы сложить числа с разными знаками, нужно из большего модуля вычесть меньший модуль. Модуль минус 10 это 10, модуль 6 это 6. 10 больше, чем 6, поэтому мы из 10 вычитаем 6, получаем 4. И перед получившимся результатом, перед получившимся числом, ставим знак того числа, у которого был больше модуль. В минус 10 был больше модуль, и здесь знак минус, значит, результат у нас будет минус 4. Так как результат у нас минус 4, минус нам показывает, что то это число расположено слева от начала отсчета. Чтобы выяснить, на каком расстоянии от начала отсчета находится получившееся число, нужно найти модуль этого числа, потому что модуль – это как раз расстояние от 0 до числа. Модуль минус 4 – это 4. Поэтому расстояние от начала отсчета до числа минус 4 будет равняться 4. Ну а сумму 6 и минус 10 мы уже с вами нашли. Выполнили задание 1061. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.